Купить акции нацкомпании станет проще. Такое поручение правительства сегодня дал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства провел заседание по управлению Международным финансовым центром «Астана», где заявил, что каждый казахстанец должен иметь доступ к акциям крупных компаний. И самое главное – получать с них прибыль. Простые граждане нашей страны должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию. Токаев подчеркнул, что в условиях международной нестабильности МФЦА должен стать одним из главных финансовых институтов страны. По мнению президента, финансовый центр способен обеспечить стабильные инвестиции и создать условия для привлечения иностранных инвесторов и партнеров. Для этого необходимо обеспечить максимально простые правила для регистрации зарубежных компаний.